Всем привет, с вами я, Виолетта, и это мой новый хобби-влог. Честно говоря, даже не помню, какой это номер. И вообще, все кусочки хобби-влога у меня отсняты, но почему-то не хватало приветствия. Забавно, забавно. Итак, скорее всего, этот кусочек попадет в какой-то из хобби-влогов. В общем, не знаю, как тут распаковать. Там просто сзади мой адрес. Посылку мне привезли с Юлы, причем курьером. Не знаю, сейчас стоимость доставки курьером почти на всех сайтах или бесплатная, или стоит столько же, сколько и с самовывозом. Так, здесь у нас все достаточно хорошо запаковано. Я могу сказать огромное спасибо продавцу, потому что ну, это приятно хорошо. Так, я решила не мучиться с этим скотчем, просто сделать так. Здесь лежит благодарность за покупку, очень милая, приятно. Ой, открыточка с Макдональдса, кстати, она такая прям симпатичная. Не видела, кстати, таких ни разу. Вот, значит, что я купила. Немножко, кстати, ступила, потому что чуть позже я нашла набор повыгоднее. Вот. Хотя, не знаю, сейчас посмотрим. Может быть, все-таки не прогадала. В общем, нашла за почти такую же стоимость. Ну, там немножко дороже выходила. Но набор Derwent Artist. Не помню, там 72, по-моему, штуки идет набор. Вот, но я покупала этот в какой-то момент, когда у меня был приступ, в общем, покупки карандашей. Я знала, что рано или поздно у меня такое настанет, потому что у меня так есть совсем, типа с раскрасками, с фломастерами. И я знала, что когда-нибудь наступит черед карандашей. Вот, но я не думала, что это меня так глобально прям как-то заденет, потому что я заказала три набора карандашей. Один я вам уже показывала в видео, это Сезона. 180 штук. Вот, второй это вот этот. И третий мне должен прийти, наверное, на следующей неделе, ну или через неделю, вот примерно так. Там из-за праздников майских не совсем понятно, когда это все придет. Тоже с Юлой заказывала. На Юле просто нашла наборы, они, получается, не новые, вот, но я посмотрела там по содержанию карандашей, да, то есть по их длине, можно понять там, что ими не особо пользовались. Вот сейчас мы с вами все дело посмотрим. Вот. Ну, то есть, как вы можете заметить, здесь карандаши, они практически не использованы. То есть, ну, вот по чуть-чуть. Вот здесь, вот, ну, больше всего вот эти два. У них, кстати, такой прям грифель толстый. И очень симпатичные карандашики. Вот, и получается черный. Ну, черным я вообще практически не пользуюсь. Я не люблю черные тени прям вот настолько. Так, здесь у нас, да, здесь тоже скотч. Я думаю, что как-то хлипко держится. Вот, получается набор 36 цветов. Это, ну, я считаю, что это как бы не очень большой набор. С другой стороны, фикс-прайсовскими карандашами я вполне удачно пользуюсь. Вот, Кахинур тоже у меня есть детские карандаши. Там 36 цветов, и когда я раскрашивала миллион сов, я поняла, что 36 цветов это, ну, неплохой набор в плане количества. А если особенно уметь что-то делать, то можно... Вот, грязная немножко коробочка, но я думаю, это можно спиртом протереть, и вообще будет как новенькое. Сделаю выкраску обязательно. Очень рада, что мне пришли эти карандашики. Очень хотела себе Derwent. Вот, попробую вот Derwent Artist. И еще я заказала себе Derwent акварельные. Тоже, по-моему, 36 цветов. Вот скоро придут, покажу в этом же хобби-влоге, скорее всего. Ну или, может быть, это будет видео о карандашах, не знаю, куда вставлю. Вот, и, может быть, когда-нибудь себе закажу Derwent Colorsoft. В общем, посмотрю, как мне Derwent.
Вот эти Artist, они вроде бы дороже идут. Не знаю, по цветовой гамме мне вроде как понравились эти карандаши, поэтому я их взяла. Вот, в общем, сейчас буду делать выкраску, сейчас буду это вот все чистить, убираться, раскладывать это по цветам, как мне будет удобно, и писать отзыв продавцу, потому что я очень рада, что все пришло как надо, как на фото, даже, можно сказать, лучше, чем я ожидала. Вот, и открыточка, это тоже очень приятно, на самом деле, да. Итак, включение в хобби-влог очередное. Я не знаю, уже там неделю, может, даже больше прошло со времени, когда последний раз снимала. В общем, хочу показать вам вот эту работу. Я ее раскрашивала карандашами новыми, Dervent Artist. И, честно говоря, мне не понравились. О, гепард сам, он раскрашен 180 штук, которые у меня. И не помню название фирмы, в общем, был обзор на карандаши. Вот, а вот эта трава, фонарики, луна, людишки вот эти, это все раскрашено Дервентами. Я могу сказать, что да, выглядят они неплохо, но ими было так тяжело раскрашивать, они какие-то жесткие. Я, конечно, дам еще шанс, попробую еще где-то что-то пораскрашивать, может быть, не на этой бумаге. Мне очень понравились цвета, потому что трава получилась вот именно такого оттенка, как я хотела. Фонарики тоже, в принципе. То есть с цветами вообще все хорошо. У меня пастель запачкалась. Ну ладно, тут, в принципе, не очень видно. В целом, как бы карандаши-то неплохие, просто, ну, видимо, не для меня. И что еще хотела показать? Вот Дервенты акварельные. Я ими сейчас начала раскрашивать свою свою неначатую раскраску решила затронуть. Не знаю, как-то вдохновение, знаете, появилось. И я здесь начала такую картинку, жутковатую, конечно. Ну, не знаю, у меня прям есть видение, как это, она должна выглядеть. И я сейчас вот буду акварельными карандашами этим пытаться что-то раскрасить. Я очень надеюсь, что у меня получится и что они мне понравятся. Потому что по оттенкам мне очень нравятся Дервенты. И тут, кстати, оттенки такие же, как в Artist, только, ну, их 24. И это очень удобно, потому что можно акварельные карандаши вот эти дорабатывать теми, плюс там несколько цветов. И тут как раз вот мои любимые оттеночки есть некоторые. Вот, допустим, этот зеленый, просто я его обожаю. Я очень надеюсь, что мне сейчас все нормально будет, все хорошо, все понравится, потому что здесь, вот, допустим, коричневые, красные оттенки именно такие, как я вот вижу эту работу. Сейчас посмотрим, как они размоются, какие будут оттенки, как вообще... Удобно, неудобно. Конечно, сейчас пока заточка вот такая. Мне не нравится такая заточка. Я люблю обычно точилкой, да, точить. Не ножом. Так как я их покупала в БУ, они вот так выглядят сейчас. Да, кстати, у меня новый маникюрчик. Такой вот. Не знаю, знаю, что вы любите рассматривать мои ноготочки, поэтому показываю. Так, я закончила работу. Она вышла почти такой, как я планировала. Глаза единственное, я не умею раскрашивать глаза абсолютно. Вот я не совсем понимаю, как они должны выглядеть. В общем, ладно, про идею не буду рассказывать сейчас. Раскрашивала акварельными карандашами. Я абсолютно не воспринимаю доработку акварели и акварельных карандашей. Нет, как другие люди это делают, это потрясающе, я восхищаюсь.
Но у меня не получается, то есть мне не нравится, во-первых, то, что карандаши блестят, ну, на глазах это видно, и вот на сережках, допустим. Мне не нравится... Я вот здесь начала раскрашивать карандашом, и мне не понравилось, как он ложится на акварельный карандаш. Я не понимаю, как люди раскрашивают поверх акварели, как-то дорабатывают детали. Вот, то есть я люблю однотонное такое покрытие. Получается, мне надо или чтобы оно было матовым, да, как в случае акварели, или чтобы было полностью глянцевым, как в случае с карандашами. Не знаю, может быть, у вас есть какой-то совет для меня, как сделать матовую поверхность у карандашей, то есть чтобы они не давали блеска. И, не знаю, просто раскрашивать полностью все я не вижу смысла. То есть я хотела тени углубить, но мне не нравится, что они блестят. И я не знаю, что в таком случае делать. Сама работа мне, кстати, нравится. В принципе, я ее оставлю так. То есть я довольна результатом. Вот, раскрасила достаточно быстро. Тут плюс еще формат такой маленький. Вот. Это я трафарет использовала. Кстати, можно было под челлендж Color Checklist, когда там нужно... Я не помню, правда, там для фона нужно использовать трафарет или просто трафарет. Ну, просто тут как бы фон, да, что мне нравится. Ну, такая вот я, конечно, фантазерка. Сегодня среда, 27 мая. Мне пришло 2 заказика с лабиринта. Это 4 раскрасочки от Эксмо. Сейчас буду снимать на них обзоры. Вот, значит, японский театр Кабуки, Пук-Бук, Билли Айлиш и вирусы, мои долгожданные вирусы. В общем, сейчас все сниму обзорчики на канале. Скорее всего, к времени выходу хобби-влога уже выйдет пару обзоров. Да, и сегодня вместе с вами буду заносить все в трекеры, в списки и так далее. Покажу вам, какие блокноты я веду по раскраскам на постоянной основе. Надеюсь, вам это будет интересно. И на этом, наверное, закончу свой хобби-влог. Итак, в общем, сейчас сняла обзор на все раскраски. Вот эти 4. Решила, что пук-бук не буду оставлять себе в коллекцию. Кому-то отдам, скорее всего, каким-то младшим братьям, сестрам, я так думаю. Вот, поэтому вот эти 3 раскраски я для них хочу сделать трекеры и вписать в список свой. Значит, так. Трекер, который я сейчас веду, у меня выглядит вот таким образом. Это мой второй трекер. И здесь уже вот 33 странички заполнено. Вот. Как я беру? Я просто открываю, значит, раскраску, открываю трекер и, значит, рисую. Один кружочек, 2 кружочка. Вот тут я не знаю, я буду считать как разворот или... Нет, ну, наверное, просто как отдельная работа. В общем, вот так вот беру, прям перелистываю, в это время рисую, подписываю потом цифры. И в конце раскраски вот здесь вот пишу страницу, на которой находится трекер. То есть страница 34 в скобочках 2, что означает второй трекер. Вот, так сделаю для каждой. И мне нужно записать в 2 своих списка. Первый это у меня в тетради, чтобы он не потерялся. Второй в телефоне, чтобы он всегда был под рукой. Вот. Ну и иногда я меняю в Инстаграме. У меня там написано, сколько у меня раскрасок. Но обычно пишу, когда у меня их... В общем, когда число делится на 10 без остатка. То есть там 540, 550, 560. В следующий раз я исправлю, когда будет 570. То есть я не пишу там 567 и так далее. То есть нет. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.